Мы договорились делиться с мужем обо всем, разговаривать обо всем. Но всплывают факты о его действиях, о которых он умалчивает, зная, что мне это не понравится. Вот тут вот это вот надо иметь в виду, да, это важный момент. Как на это реагировать? Стоит ли акцентировать внимание и напоминать ему, что мы же договорились? Или не стоит? Смотрите, про что здесь? Про что здесь? Вообще, вот когда люди договариваются делиться и разговаривать обо всем, обо всем, обо всем, меня это лично напрягает. Почему? Потому как у меня отбирают право на личное пространство. Рассказывай мне обо всем, и я тебе буду рассказывать обо всем. Блин, а если я не хочу слушать у тебя обо всем? То есть мне интересно намерение. Какое внутреннее намерение может быть у женщины? Не знаю, здесь непонятно в вопросе, кто был инициатором этой идеи. Но я могу предположить, что не мужчина. Ну вот зачем нам знать все, правда? Ну вот зачем? Ну что, своей жизни нет. Ну вот я все-таки соглашусь. По моим ощущениям, вот это не про доверие как раз, понимаете? А про доверие это немножко другое. Потому что доверие на самом деле это выбор человека. Если я хочу знать все, то, скорее всего, я просто не доверяю этому человеку или хочу его контролировать. Вот по моим ощущениям это так. Может быть, автор вопроса со мной не согласится. А почему я все-таки думаю, что это так? Потому что мужчина отстаивает тем, что не говорит все, вот эту вот возможность внутреннюю. Если мужчина инициатор ранее, значит, это его потребность контролировать. Зачем ему? Зачем ему? Причем, смотрите, как интересно. Мужчина инициатор. Говори мне все. При этом он умалчивает какие-то свои действия. Я просто не понимаю логики здесь. То есть тут что-то напутано с договоренностями. Так и мы решили и не, или не решили. Мы как бы взаимно, или это только твой интерес, да? Это первая часть. Но я тут вижу еще одну интересную часть. Знаете, про что? Вот если все-таки я не права, и это не про контроль, тогда вступает в игру другое правило, что если я готова услышать про все в твоей жизни, или готов услышать про все в твоей жизни, то я тогда готов тебя и принять любую. Понимаете? Любую это означает, скажешь ты мне про все или не скажешь ты мне про все, я тоже буду готов это принять. То есть немножко выше здесь логический уровень договоренностей, да, то есть ты можешь быть со мной открыто, потому что я готов принять это все. Но тогда здесь тоже есть противоречие, потому что сам я тебе всего не рассказываю. Здесь надо найти начало и конец. То есть такой запутанный вопрос, он вроде бы вот с виду как-то раскладывается на суть, а на самом деле вот. У меня здесь скорее много дополнительных вопросов, но я вижу две вещи. Если вот не копаться, то это все-таки про контроль. А если копаться, то это про желание принять человека вроде бы таким, какой он есть, но при этом про невозможность, потому что тогда я тебя осуждаю, раз ты мне не рассказываешь. Вот я как-то вижу это так.